Директора крупнейших компаний региона, предприниматели, руководители различного уровня. Состав участников заседания блока развития впечатляет. Представители СМИ метко дают второе название – Совет по инвестициям. Руководитель региона начинает свое выступление с информации о только что подписанном новом соглашении о строительстве первого в России ветропарка с возобновляемой энергетикой. Это уже 11-е соглашение с инвесторами, которое заключило Ульяновская область в этом году. За неполную неделю мы привнесли в Ульяновскую область более 3 миллиардов рублей инвестиций и более 1000 высокооплачиваемых рабочих мест. Еще один недавно стартовавший крупный проект с компанией из Ирана. В целом сейчас инвесторов из Азии гораздо больше, чем раньше. Увеличилось и число крупных российских компаний, которые приходят в наш регион. В итоге мы понимаем, что в абсолютных показателях мы за первое полугодие 2016 года привлекли прямых инвестиций на 2 миллиарда, почти на 2 миллиарда, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это хороший шаг вперед, поскольку в прошлом году мы достигли рекордного для нашего региона объема инвестиций в основной капитал. Успешную работу Ульяновской области в этом направлении отметили и приглашенные эксперты. В частности, 73-й регион – один из тех, кто активно реализует проект научно-технических инициатив. Это развитие в России перспективных отраслей, которые в течение ближайших лет могут стать основой экономики. Активность региона, ну и, конечно же, надо понимать губернатора в первую очередь, она подталкивает и нас в том числе, быстрее бежать, быстрее реализовывать те планы, которые у нас есть. Ульяновская область сегодня уже в пятерке лидеров регионов по двум важным самым вопросам. Это привлечение инвестиций и, соответственно, до сих пор поддерживается экономический рост. Ульяновская область по сравнению со многими регионами России выглядит существенно лучше. Потому что главное есть фокус на привлечении инвестиций, на создание рабочих мест. Также на собрании обсудили перспективный план экономического развития региона до 2030 года. Вас рассадина Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.